Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет признан легендарным брендом Татарстана. Ученые КФУ расшифровали геном молочной кислой бактерии. В Казанском федеральном университете опубликован второй приказ о зачислении на бюджетные места. В приказ вошли 80% абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на поступление в Казанский университет на общих основаниях. А уже 26 августа выйдет еще один приказ о зачислении на бюджетную форму оставшихся 20% абитуриентов. Напомним, вузы не принимают самостоятельного решения о количестве бюджетных мест. Контрольные цифры приема устанавливает Москва. А теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете продолжается развиваться полилингвальное образование. Мы поговорили с директором Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалединовым и выяснили, как идет работа в этой сфере. Смотрим. Полилингвальное образование предусматривает одновременное изучение в учебном заведении нескольких иностранных языков. О необходимости такой системы говорили в самых высоких кругах Татарстана уже несколько лет. Сегодня КФУ третий год готовит полилингвальных специалистов по заказу республики. Республика заказывала кадры для работы в билингвальных образовательных организациях. Начиная с 2020 года, то есть с этого учебного года, мы начинаем подготовку специалистов для работы уже в полилингвальных образовательных организациях. Полилингвальное образование предоставляет возможность работать преподавателем в своей сфере со знанием трех языков – русского, татарского и английского. После окончания вуза выпускник будет устроен в организацию, которая направила его на обучение, и отработает там как минимум 5 лет. Кроме того, учащиеся могут получить дополнительную стипендию. Студенты, обучающиеся на дневной форме обучения, при успешной сдаче сессии будут получать стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц. За обучение, стипендию платят, все расходы на себя берет правительство Республики Татарстан. Студенты полилингвальных направлений обучаются в специальных аудиториях. Специально по заказу правительства Республики и при поддержке нашего ректора создан специальный комплекс на втором этаже учебного здания «Полис Татарстан-2». Будут обучаться дети по направлениям гуманитарного профиля. На третьем этаже, также созданы специальные аудитории, будут обучаться студенты, которые получат профессию уже в области, естественно, математического блока. В 2018 году в рамках проекта обучалось 125 студентов. В 2019-2020 учебном году их количество увеличилось до 265. Камиль Гемоздинов, Универньюз. 8 аспирантов Казанского федерального университета стали победителями конкурсного отбора на назначение стипендии правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики первого семестра 2020-2021 учебного года. Они будут получать стипендию в размере 10 тысяч рублей с 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года. 20 января этого года стартовало народное голосование 100 легендарных брендов Татарстана, организатором которого выступила «Комсомольская правда». За звание ведущего бренда республики боролись 900 участников, и в числе победителей оказался Казанский федеральный университет. Все подробности далее. 21 августа в учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан состоялась торжественная церемония награждения победителей в народном голосовании 100 легендарных брендов Татарстана. Проект приурочен к столетию ТАССР, и главной его целью является связывание прошлого, настоящего и будущего региона. Отдать свой голос мог любой желающий. С 20 января по 31 марта жители Татарстана отдали 200 тысяч голосов. По итогам голосования были определены победители, и Казанский федеральный университет был признан легендарным брендом Татарстана. Диплом победителя получил проректор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров. Поздравила его депутат Государственного совета Татарстана Римма Ратникова. Именно то, что наш университет признали, это работа нашей команды, работы всей команды университета под руководством Ишата Рафкатовича Гафурова. И поэтому я думаю, что сегодня вот то, что нам вручили вот такой диплом, посмотрите, прекрасный диплом. Я говорю еще раз, нам очень приятно, и каждому, я думаю, и работнику университета, и студенту, и обучающемуся будет приятно то, что наш университет вошел именно в 100 легендарных брендов Республики Татарстан. Спасибо.
К слову, ознакомиться с полным списком победителей можно на официальном сайте конкурса. Ссылка указана на экране. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Молочнокислые бактерии – это группа микроорганизмов, активно использующихся в домашних условиях и в пищевой промышленности для переработки и сохранения еды и напитков. Ученые Казанского федерального университета изучили одну из таких бактерий. Полученные результаты помогут решить несколько актуальных на сегодняшний день проблем. Все подробности смотрите далее. Ученые Казанского федерального университета расшифровали геном молочнокислой бактерии, которая имеет новый класс регуляторных белков. Те белки, с которыми мы работаем, это настоящие молекулярные процессоры, которые воспринимают сигналы о доступности питания для клетки, азотного питания, углеродного питания, энергетического. И в зависимости от этого они координируют весь метаболизм микробной клетки, чтобы она могла выживать, оптимизировать расход своей энергии, своих питательных веществ. Исследования ученые проводят в рамках гранта президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и докторов наук. Мы как раз хотим охарактеризовать вот этот совершенно новый тип белков, чтобы далее, управляя им на генетическом уровне, мы могли бы перепрограммировать метаболизм молочнокислых бактерий для того, чтобы создавать новые закваски как для силосования для животных, так и, может быть, для создания новых пробиотических препаратов для человека и животных. К примеру, силос или по-другому корм для сельскохозяйственных животных, который приготовлен из богатых нитратами растений, очень ядовит, поэтому может представлять опасность для животных. Благодаря полученным результатам ученые планируют решить проблему загрязнения окружающей среды и продуктов питания. Эти результаты они являются фундаментальными, и они объясняют, как в принципе микробная клетка адаптируется к различным условиям голодания, стресса. И понимая, как устроен вот этот вот генетический механизм контроля метаболизма микробной клетки, мы можем управлять многими биотехнологическими процессами, также влиять на различные бактерии, которые являются патогенными для человека и животных, для того, чтобы заставить их работать в том русле, которое необходимо нам. Полученные результаты опубликованы в статье, вышедшей в журнале Current Microbiology. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета реализовали первое детальное теоретическое исследование действия катализаторов. Проект получил поддержку Российского научного фонда. Подробности далее. В лабораториях стратегической академической единицы «Эконефть» регулярно синтезируются новые виды катализаторов. Несмотря на их важность в процессе нефтедобычи, в научных кругах до сих пор задаются вопросами, связанными с механизмом их действия. В КФУ дали старт новейшим теоретическим исследованиям, впервые смоделировав на примере отдельных компонентов процесс действия катализаторов во время подземного облагораживания нефти. До этого мы основной акцент делали на экспериментальной работе, где мы проводили исследования с использованием катализаторов и нефтей в реальных системах и фактически фиксировали только результат действия катализатора. И делали попытки к пониманию того, как он работает. И вот для того, чтобы действительно понять и в дальнейшем предсказывать работу катализатора и в принципе предсказывать и сам оптимальный состав катализатора, мы провели уже не экспериментальные, а теоретические расчеты, в которых мы полностью видим весь процесс по шагам. Первые результаты уже есть. Ученые КФУ доказали, что среди часто используемых металлов наиболее эффективными оказались соединения меди. Это позволяет назвать их самыми перспективными катализаторами. Мы точно уже посмотрели, каким образом катализатор взаимодействует с теми серосодержащими компонентами нефти и как он именно ускоряет процесс облагораживания этих тяжелых компонентов. В планах ученых «Эконефти» начать моделирование сложносоставных катализаторов, рассмотреть их свойства и параметры влияния на процесс облагораживания черного золота. Камиль Гемоздинов, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!